діти читають стихи. Перший В-клас 14-ї школи, город Дзержинск. Сергій Михалков, а що у вас? Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечера, делать было нечего. Галка села на заборе, кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Боря просто так: а у меня в кармане гвоздь, а у вас? А у нас сегодня гость, а у вас? А у нас сегодня кошка, родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть отблюдцы не хотят. А у нас на кухне газ, а у вас? А у нас водопровод, вот. А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окна только улица. Мы гуляли по ней длинной, заходили на бульвар, нам купили синий-синий, зеленый, красный шар. А у нас огонь погас, это раз. Грузовик привез дрова, это два. А в четвертых наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот. С лесенки ответил Вова: мама летчик, что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер. А у Толи Веры, а у инженеры. А у Левы мама повар, мама летчик, что ж такого? Всех важней, сказала Ната. Мама вагоновожатый, потому что до зацепа водит мама два прицепа. И сказала Нина тихо: разве